У человека прогорела печка термофор, и он захотел ее переделать. По такому же принципу, но из более толстого металла. Условия заказчика были такие, чтобы дверка и изольник остались от старой печки. Печь для бани. По чертежам прогоревшей печки термофор ангара. Печка оборотка с зольником, колосником. Оборот идет через топку отсюда по этим дымоходам и сюда выходит уже вертикальный. И сюда выходит вертикальный выход. Вот эта полость обкладывается камнями. От печки остается дверка старая и изольник. Кожух для конвекции, чтобы баня нагревалась быстрее. И не было лучевого тепла в каюте. Печка по подобию термофор ангара, только из более толстого металла. Весь металл 8 мм.